American Film Productions. Widens Films. School Pictures. American Film Productions представляет совместно с Widens и School Pictures фильм Гелена Коннелла «Кровь, песок и золото». Боже мой! Мы нашли! Мы нашли его! Исследовательский лагерь Адамс, Западная Сахара. Мы нашли! Мы нашли! Мы нашли. Твой отец с тобой гордился бы. Ему должно быть больше 400 лет. Минимум 900-й пробы. Попробуй. Мягкие на ощупь. Это был вопрос времени. Думаю, наша находка может стать самой крупной в истории исследований Адамс. В истории Адамс? Скорее, в истории мира. Отличная работа. Кто это? Кто это? Стой, стой! Это ты их позвал? Стой! Стой! Не надо! Займитесь делом. С этой я сам справлюсь. Быстрее! Генри, ты что? Достань телефон. Что тебе нужно? Телефон отдавай. Отвернись, говорю. Деньги? Этого ты хочешь? Компания тебе все оплатит. У компании не хватит денег. Быстрее! Сейчас! Сейчас! Я не буду тебя убивать. Я дружил с твоим отцом. Прости, но иначе не могу. Уходим! Уходим! Давай уже! Четыре года, 7 месяцев, 13 дней. Харрен, колония особого режима, Брюссель, Бельгия. Мистер Джек Риордан, тут говорится, что вы участвовали в операции «Черный лебедь». Знаете, много людей прошло через эти двери. Но проходит неделя,
месяц, может, год. И они возвращаются. Они думают, что куча денег или наворованного добра стоит дороже данного им второго шанса. Я надеюсь, что это не ваш случай, да? Вот бумаги об освобождении. Вам есть куда пойти? В ролях Аарон Коста-Ганнис, Моника Уэст, Кристофер Редман, Дженни Стерлинг, Брюс Маккензи, Эзра Найт, Шуна и Джима, Летиция Летца, Майкл Бенайр. Джоси, это к тебе. Автор сценария и режиссер Гелен Коннелл. Джек. Боже мой. Давай, заходи. Теперь ты дядя. Его зовут Ханс. Джованни настаивал на Джорджа, но мы сошлись на Хансе. В мае ему будет уже 3. Сейчас он у бабушки. Увидишься с ним через неделю, да? Выпьем. Ну чего ты? Давно уже не пил пиво, да? Чем ты теперь займешься, Джек? Джо. Нет. Ты не устал гонять по пустыням, играть в охотника за сокровищами? Я археолог. Я был профессионалом. Мы искали затонувшие суда, а не сокровища. Ну, другими словами, сокровища. Хватит. А что? Я вот 25 лет занимался честным трудом и ни разу не попадал в тюрьму. Прекрати. Чего ты взъелся? Что он тебе сделал? Ничего, он преступник. Он мой брат. И посадили его за эти поиски. Джек не знал, что государство посчитает их незаконными. Неважно, что он сделал. Преступник, скрывающийся под маской археолога. Держи его подальше от нашего сына. Главный офис НИИ «Адамс», Гонконг. Видел похоронную процессию? Король мертв. Да здравствует король. Еще ничего не решено, Мэтью. Мы занимаемся поиском и доставкой сокровищ. И плохи наши дела, если эти золотые монеты утеряны. Пресса кричит об убийствах. Нового директора не будет, пока мы не разберемся. Королем можно только родиться, а коронация — это формальность. Романтично. Твоя сестра не согласится. У нее силёнок не хватит с этим справиться.
Она просто ученый. Ее нужно как-то успокоить. Ваш папа завещал ей дневник с информацией, способный уничтожить компанию. Нет, компанию она не обидит. У нее духу не хватит использовать такие методы. Эта схватка произойдет в зале заседаний, в котором управляю я. Да, но... Так похоже на моего отца. Всю жизнь он провел, будучи мародером и пиратом. А под конец начал испытывать угрызение совести. Но он все-таки прав. И когда я буду управлять компанией, все будет по закону. Помни, будь дипломатичнее. Дай ей отдел финансов или исследований, успокой ее. Я всю жизнь был с ней дипломатичен. Теперь пусть знает, что власть тоже может меняться. Хватило же тебе ума звонить мне сегодня, после всего, что ты натворила. Что? Нанятая тобой охрана была бесполезна. Мои стажеры и то лучше бы справились. Я лишь знаю, что ты бездействовала. Я сидела под дулом пистолета. Меня чуть было не застрелил человек, с которым наша семья ходила на шашлыки. Так что прости уж, но я не в настроении выслушивать твои нотации. Соболезную, Мэйв, прости. Но теперь директор я. И ты принесла компанию убытков на миллиард долларов. Что? Ты не директор. Мэйв, это Эрнест. Твой отец принял меры предосторожности. В свете произошедшего мы утвердили временного директора. И я понимаю, как тебе нелегко. Ой, да пошли вы оба. Я держу победу. До встречи на заседании. Она сдастся. Это начало новой эры. Твой отец как-то сказал одну умную вещь. Не вздумай недооценивать членов семьи. Лидер всегда показывает свою силу. И когда сэр Фрэнсис Дрейк сражался с испанским флотом, его подчиненный Томас Дауди попытался перехватить командование. Томас Дауди был джентльменом, ученым и героем войны. Но Дрейк был капитаном. И наутро одного из них казнили. Я понимаю твое восхищение сэром Фрэнсисом Дрейком, но... Я сомневаюсь, что такие рассуждения уместны в 21 веке. Чушь. Компания нуждается в капитане. Моя сестра не получит голосов, потому что провела всю жизнь, читая страницы истории. Я же тем временем познал ее суть. Управилась. Там все вещи, которые мы смогли забрать у мамы. Спасибо. Грузовик из университета приедет через пару минут. Я буду с Хансом. Ты все правильно делаешь. Заходите, все здесь. Камень Ики? Да. Это же из Месопотамии. Точнее, из Аккада, но... Может, вы проведете оценку в своем офисе? А вы продаете? Вы же из университета, да? Мне бы побыстрее с этим закончить. Похоже, мы друг друга не поняли. Я пришла за вами. Вы Джек Риордан, так? Мы встречались?
Узнаете? 20 долларов Сент-Годенса. Последний золотой выпуск монетного двора США. Красивые. Они стоили 20 баксов в 1933 году. Представьте их нынешнюю стоимость. Не знаю, чего вам не сидится в офисе, мне неинтересно. Я хочу, чтобы вы кое-что украли. Что, простите? Уж не знаю, за кого вы меня приняли, но вы ошиблись. Не ошиблась, Джек. Крупнейшая находка современной истории. 100 000 золотых монет из самой империи инков. Золото больше, чем в гробнице Тутанхамона. Больше, чем ушло на 10 000 таких монет. Разве не в этом смысл твоей жизни? Хватит. Ты был лучшим, Джек. Самые невероятные находки остались бы тайной, не будь тебя. Разве не это твоя жизнь? Достаточно. И я не говорю об удовольствии от поиска. Речь идет об истории. 500 лет крови, песка и золота заключены в одном сундуке. Не знаю, что вы там себе напридумывали, но я завязал. В последнем таком сундуке я не нашел ничего, кроме тюремной камеры. Хватит. Каждого можно купить. 750 000 долларов. Такова ее нынешняя стоимость. Выйдем из зоны турбулентности через 20 минут и долетим до Западной Сахары через 3 часа. Только не говори, что боишься летать. Я не боюсь. Просто не люблю. Совсем как мой брат Мэтью. Единственная причина, по которой он не приватизировал этот самолет. Как только умер отец, он сразу побежал к трону. Почему ты боишься летать? Ты так и будешь болтать всю дорогу? Я неплохо тебе плачу. 75 миль на северо-восток от места раскопок. Шавен, Марокко. У нас неделя на поиски, Джек. До заседания. Неделя? И каков твой план? Поймать вора, найти золото. В последний раз Генри был там до того, как сбежал с награбленным. Ну, деньги твои. Мне бы пистолет. Без оружия. А у Генри пушка есть, если ты не забыла. Генри не стрелял в меня. Он меня спас. Мы поговорим с местными властями, Джек. Поторопись. У нас встреча с начальником полиции. Анри Ганьон несколько лет работал на мою семью. Не встречал такого. Он мне не знаком. Он был здесь. Я жила с ним тут несколько месяцев. Может, вам стоило быть осмотрительней? Мы зашли в тупик. У меня еще пара вопросов к Фаруку. Подожду на улице. Эй! Что такое? Эй! В чем дело? Следишь за нами? Я видел! Отвали, придурок! Говори, зачем следишь? Джек, отпусти его! Отпусти, он со мной. Фарук, прости меня. Мы уходим. Спасибо. Ладно. Идем отсюда. Эй.
Здесь опасное место для иностранцев. Мы уходим, уходим. Эй, нападение на офицера полиции – это проблема. Пик Виктория, Гонконг. Твоя сестра опять в Западной Сахаре. Играет в детектива. Я говорил, что местные власти справятся. Она так не считает. Ты знаешь, Мэйв. Что ж, теперь она упустит шанс появиться на заседании. Она где-то летает, а мы теряем прибыль. Закрой ее счет. Все счета заморозь. Без денег ей придется лететь домой. Черт! Мне заморозили счета. Мать ваша! Хорошо, что ты мне уже заплатила. За что? Тебе лишь бы набить морду первому встречному. Да? Нет, лучше дать ему денег. Выпить не хочешь? Неважно. Без денег делу конец. Полетели обратно. Мэтью хочет, чтобы на заседании я выглядела полной неудачницей. Ничего не нашли. Может, он и прав. Это дело профессионалов. У меня кое-что есть. Стянул у него телефон. Глянь на последний набранный номер. Гонконг. Что-то не видать здесь китайцев. И что? И то. Золото на миллиард баксов ничего не стоит, пока его не продали. Не тяни резину, Джек. Каков план? Пойти на крупнейший черный рынок, найти золото и вернуть его. И за это я заплатила 750 тысяч долларов. Мои счета заморожены, Джек! Слушай, сделаем, как я хочу. У меня есть пара контактов, они нам помогут. А тот черный рынок не в Гонконге? В самом сердце Ближнего Востока. Золотой город. Дубай. Мисс Адамс, компания нас отзывает. Самолет скоро вылетит, мы вас подождем. Тебе придется выбирать, Мэйв. И если ты в деле, мне нужен ствол. Самолет вернулся, но твоей сестры на борту не было. Тогда нам еще проще. Она пропустит заседание. Международный аэропорт Дубая, Объединенные Арабские Эмираты. Сначала встретимся с моим другом, шейхом Али. Он немного эксцентричный, но все же крупнейший коллекционер артефактов в Дубае. Джек Хабиби. Салам алейкум. Алейкум салам. Дай взглянуть на тебя. Я знал, что рано или поздно ты придешь. А пришел ты как раз вовремя. Твоя жена может подождать в беседке. Таких всего 20 во всем мире. Его я выиграл в покер в Маракеше. Впечатляет, да? Идем. Ну, как бизнес? Бизнес? Какой бизнес? Правительство забирает себе все раскопки, все реликвии. Они судят частные компании за их находки под эгидой нового закона. Похоже, меня вовремя освободили. Да, поэтому я и удивлен тебя видеть. Знаешь, после этого расследования по «Черному лебедю» я так ничего и не купил для своей комнаты трофеев. Никто не купил. Никто? Ну... Ходят слухи о джентльмене из Гонконга. Нашелся дурачок, который платит налом на черном рынке.
Вроде бы он говорит по-японски. Но это слухи. Хватит о делах. Идем. Его зовут Араб. Это ястреб. Глянь на него. Ястребы. Всегда убивают добычу одинаково. Внезапно. Нужно соблюдать осторожность, имея дело с суверенными государствами. Я устраиваю вечеринку, там будут все. И ты тоже приходи. Не нравится мне эта идея. Я знаю твою слабость. И куда теперь? Я не летаю. Я катаюсь. На мотоциклах. Ну да. Ты едешь? И здесь неплохо. Как знаешь. Так рада, что мои деньги идут тебе на пользу. Давай за мной! Тебя ожидает встреча! Вы здесь ради истории или денег? На одну из этих тем я предпочитаю молчать. Ради истории. Когда я впервые встретила Джека, он меня впечатлил. Его исследования и его соперничество с коллегами по цеху. Мы пришли говорить не о прошлом, Шарлотта. Нам интересно будущее. Прошлое вокруг нас, Джек. Ты всегда от этого страдал. И как студент, и как археолог. Вечное стремление и никакого терпения. Наверное, поэтому я здесь. Я хотел бы это исправить. И какие на сей раз сокровища? Нам интересен конец 16 века, эпоха Елизаветы. Ходят кое-какие слухи. Мимо меня и мышь не проскользнет. Уитман, красный том, верхняя полка. Я думала, что твой парень совсем потерялся. Из-за тюрьмы? Потому что он забыл золотое правило археологии. В работе важна история, а не человек, который ее изучает. Но Джек вечно отвлекается на деньги и славу. Они могут и подождать. Но ты разбудила в нем нечто хорошее. Не уверена. Нашел! Колонна из золота невероятной высоты. Чеканные монеты, браслеты и жемчуга, взятые из гробниц инков. Таинственный груз Дрейка. Даже мой племянник тащит на пляж маленькое сито, чтобы найти золото Дрейка. Мы нашли золото инков. На монетах были печати, испанский символ. Что-то такое? О, боже мой. Это был Дрейк. Но что ему делать в Западной Сахаре? Он вез золото на Канарские острова. Он знал, что испанцы обыщут его корабль, и с этой мыслью упрятал сокровища в канале, в Западной Сахаре, надеясь за ними вернуться. Именно там мы их и нашли. Считаешь, что нормально приходить в таком виде? После работы. Я же не люблю, ты знаешь. Пришла тратить мое время. Понимаешь? Понимаешь меня? Отвечай. Так.
Черт побери. Что я говорил тебе про звонки? Рассказывай. Не говори, что она в Дубае. Что ей известно? Черт подери, Эрнест. Ты сказал, что счета закроют, что она вернется домой. Последнее, что нам нужно, это чтобы она вмешалась в наше дело. Эй! Как тебя зовут? Сю. Сопровождаешь в поездках? Район Шейха Заида, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. А зачем мы меняем отели? В этом городе каждый отель, каждый консьерж и водитель знают, что и когда ты делаешь. Прям как та машина, что преследует нас из аэропорта. Отвези нас в отель. Здравствуйте. У них был только один номер. Тебе принесут раскладушку. Ты дала им мое имя? А надо было. А где мой ключ? Вот он. Я подожду у лифта. Ты кто такой? Расскажешь, зачем следишь за нами? Выходи! Забирай его машину. Сэр, вы поведете? Нет, мадам поведет. Ты что там устроил? Его зовут Ассам. Смотри, последний маршрут в навигаторе. Золотой рынок. Самый крупный золотой рынок в мире. Оттуда и начнем. Я же говорю, здесь никому нельзя доверять. Особенно водителю. Теперь водитель я. Временный телефон. На нем только один номер. Сиди в машине, я разберусь. Yeah.
Стой! Стой! Эй! Ладно, ладно, да? Кто такой Асам? На кого ты работаешь? Назови имя! Мне нужно имя! Японец. Нет, нужно имя. Можешь его назвать? Японец, японец! Я тебя не трону! Назови мне имя! Я же сказал сидеть в машине. Дай мне ключи. Давай ключи! Идем. Кто-то по-крупному скупает артефакты с черного рынка. И нам известно только, что это японец. Наш друг уже собирался было все сказать, но ты... Я хотела помочь. Если б я знала, что происходит, этого бы не случилось. Знаешь, почему я работаю один? Нет соучастников. Они могут пригодиться. Это может понадобиться на вечеринке у шейха. Чтобы не замерзнуть или для прикрытия? Я подумал, мы туда заглянем. Но ты быстро смирилась с преступной жизнью. У меня хороший учитель. И для этого есть прислуга. У них есть прислуга для всего. Новый год — отличное время для новых знакомств. Да, прибудут через 5 минут. Здесь вся верхушка, управляющая золотыми потоками на черном рынке. Наркоторговцы, убийцы, военные, террористы. Хочешь меня удивить? Все получается. Мистер Риордан, наконец-то нас посетил такой завидный байкер. Надеюсь, ты останешься единственным сюрпризом. Ты меня знаешь. Вряд ли. А наш японский покупатель сегодня объявится? Это Мэйв? Вот так сюрприз, моя любимая сестра. И единственная. Ты же не летаешь. Потерял страх к полетам в день, когда стал директором. Извините. Черт!
вам помочь? Я думал, что знаю всех друзей сестры. Мы не друзья. Нет, ты не в ее вкусе. Дай угадаю, ты ее наемник. Ищите мое сокровище, как и правоохранительные органы по всему миру. Так зачем она наняла тебя? Наверное, потому что я делаю то, что правоохранительные органы не могут. Как и я. Восхитительный браслет. Да, можно взглянуть. Ладно. Он не твой. Отдай сюда. Достался от моего брата? Отдай! Успокойся! Давай с ним об этом поговорим. Тебе не стоит этого делать. Что? Сколько она тебе заплатила? Миллион? Миллион и пять? Меньше? О, нет. Еле наскребла, небось. Я заплачу $2 миллиона, чтобы ты отошел от дел. А что получишь ты? Ты знаешь, как это работает. Никто не зарабатывает раскопками. Все крутится вокруг легализации, договоров с правительством, нужных связей, чтобы компании вроде моей могли зарабатывать. Серьезно, ты можешь вообразить мою сестру в роли директора? У нее нежное сердце. Я расстроен пропажей золота Дрейка. Это было бы великой находкой. Вот оно что. Хочешь быть вторым Дрейком? Именно. Мы оба были капитанами, лучшими. Он был пиратом с лицензией, как и я. Его корабль назывался «Золотая лань». Мой — вишневый Мерседес SLR. Мне кажется, ты подзабыл, что Дрейк сошел с ума и обезглавил своего лучшего друга. Ты говоришь про Томаса Дауди. Он подобрался слишком близко. Дауди. Возьми мои деньги. Забирай, забирай. Ему 500 лет. Не сейчас. Здорово нас выкинули. Хотя вечеринка так себе. Нет, правда, подумаешь, мотоцикл свой забрал. Мне он все равно не нравился. А, да. Ты неплохо справилась, не знал, что... Хватит. Да, ты была права насчет своего брата. Он просто маньяк. Верит, что он реинкарнация Дрейка. Я нашла золото. Это ручная работа. Инки, ты нашла это у шейха? Нет. У шлюхи моего брата.
Она у него стащила. Значит, Мэтью прячет золото. Реинкарнация Дрейка. Теперь мы гоняемся за моим братом. Черт. Что случилось? Мне сам шейх звонил. Она в курсе, Эрнест. Мэйв в курсе. Откуда? Это невозможно. Неважно. Я об этом позабочусь. А что с нами? Что с компанией? А мне даже нравится, что об этом стало известно. Она знает, я знаю. Теперь нам нужно все исправить. Мэтью, ты пьян. Эй, речь идет о твоей сестре, Мэтью. Мы не так решаем вопросы. По-твоему, лучше сесть в тюрьму? По-моему, лучше признаться. Скажи, что нашел краденое, и компания вернет себе статус лучших искателей древностей. И что? Все страны в радиусе 3000 километров протянут лапы за нашими сокровищами. К черту, все, что я нашел, мое. Это можно решить законным путем, Мэтью. Уйдет время, да. Но так лучше для компании. Хватит грузить меня моралью и законом, Эрнест. Все вы, адвокаты, мыслите однобоко. Но ты знаешь про дерьмо, которым компания занимается, чтобы оставаться на плаву. Ты часть этого. Политика. Ладно, чего ты хочешь? Хочу избавиться от Мэйв. И мне нужно будет тут прибраться. Номер 77. Ты знаешь где. Мэтью, ты что задумал? Сегодня мы попробуем кое-что другое. Не буду тебя трахать. Даже не притронусь. Ты слышала про Томаса Дауди? Конечно, нет. Никто уже не учит историю. Что ты делаешь? Ты знаешь, что ты натворила. Ты меня обворовала. Стой! Ты у меня украла! У меня! У меня! Ты как? Уже долго молчишь. Надо использовать дневник. Дневник? Папа завещал мне дневник, а я его не прочитала. Якобы там записаны все грехи компании Адамс. Дневник хранится в Швейцарии в ячейке на мое имя. Как только доберемся, я тебе заплачу, и можешь ехать домой. Ты меня увольняешь? Речь уже идет не о золоте. Это между мной и Мэтью. Что ж, решать тебе. Пригнись, пригнись! Черт! Пригнись! Как ты? Боже мой! Пригнись! Не высовывайся! Глянь под сиденьем! Зачем? У местных таксистов бывает оружие. Проверь и не высовывайся! Хорошо! Нашла! Твою мать! Мэйв, ты жива? Да. Вот черт! Попала! То, что я не люблю оружие, не значит, что я плохо стреляю. Черт!
Еще едет. Попала. Тупая коробка. Вот почему я не вожу машины. Нам не оторваться. И не надо. Что? Не надо отрываться. Мы встретим их лицом к лицу. Анри? Это Анри? О, Боже! Помоги! Бак протек! Взорвется! Давай! Малышка, пообещай. Ты его остановишь, своего брата. Ты должна. Что ж, плохая и хорошая новости. Плохая. Наш транспорт приказал долго жить. Хорошая. Выпивка уцелела. Чего? Значит, вот дерьмо. Так мой папа говорил. А мы с братиком смеялись. И это его злило сильнее. Я не хотел браться за старое. Что? За эти погони. Черного лебедя забрали испанцы, а я 4 года провел пай мальчиком. Я не вернусь в тюрьму. Тогда почему ты здесь? По той же причине, что и ты. История. Нам столько всего удалось узнать. И еще столько всего неизведанного. Подумать только. Маленькая монета, когда-то сделанная инками, украденная испанцами, попала в руки сэра Фрэнсиса Дрейка. Ты говоришь на стольких языках, а французского не знаешь? Как сказать? Я хотел бы вернуть тебя в офис к утру. Шанс
А как сказать? Я отведу тебя в кабинет. Сниму с тебя одежду. Проведу рукой по твоим бедрам. И трахну тебя на столе. Между прочим, я думаю, из тебя бы вышел хороший директор. Да? Но мы этого не узнаем. Подвезешь? Мы можем укрыться у Шарлотты. Она поможет добраться до Швейцарии. А ей можно доверять? Шарлотта — это такой археолог, который сделает все, чтобы золото оказалось на полке в музее. Я рада, что вы уцелели. Мне бы сигарету. Ты куришь? Перед тем, как уничтожить папину компанию и его наследство? О, да. Жалко, что вы уже все решили. Когда вы завели речь о золоте Дрейка, я решила покопаться в этом. Я знаю, где ваш брат его хранит. Откуда? У нас тысячи приемных пунктов по всему земному шару. Оно может быть где угодно. Девочка моя, разве ты не усвоила урок? Все возвращается на круги своя. Во-первых, морские находки не могут облагаться налогами. А во-вторых, такой историк, как твой брат, будет несказанно рад, если золото достигнет точки назначения. Дрейк был убит на пути к Канарским островам. Хотите сказать, что Мэтью хватит безумия завершить дело Дрейка? Это бред. Ну, для Мэтью это в порядке вещей. Неважно, я уже решила. Мне нужен билет в Швейцарию. Я схожу в банк и отдам дневник властям. Решено. Слушай, когда ты объявилась, мне было паршиво. Но ты убедила меня, что мы изменим историю. Крупнейшая находка этого поколения, помнишь? Золото больше, чем у Тутанхамона. Джек, ты пошел, потому что тебе заплатили. Может и так. Но теперь ставки выросли. Мэйв, тебе нечего терять. Почему бы не спустить брата с небес на землю и не вернуть то, что ты нашла?
Нет. Если ты сдашь Мэтью, он уничтожит все, прежде чем ты сможешь до него добраться. Крупнейшая находка современной истории будет утеряна, как бамьянские Будды. Мир много утратит из-за жадности одного человека. Значит, поедем искать золото на Канарах. Что дальше? Будем убиты такими, как Генри? Не глупи, мы пойдем не одни. Ты все еще можешь отправиться в Швейцарию. Я возьму свой байк, мы не полетим. Все в выигрыше. Нет, сначала утрем нос моему брату. Северо-восточный берег, Иерро, Канарские острова. Видите скалу вон там? Замок стоит за ней. Вы уже бывали здесь? Прости, Джек. Каждого можно купить. Черт побери, ты работаешь на Мэтью! Я работаю вместе с Мэтью. Я тебе доверял! Она еще пригодится, но от тебя можно избавиться. Я вернусь за тобой! Даже если они пережили падение и стрельбу, они не переживут акул с такой хорошей приманкой. Северо-восточный берег Иерро, Канарские острова. Бог мой. С чего ты взял, что я врач? Только потому, что это место отдаленно напоминает больницу? Ты расскажешь, что случилось? Это ножевое. Да, конечно. Ножевое. Это пуля. Мне нужно в замок. Сегодня ты никуда не пойдешь. Замок Дрейка, Иерро, Канарские острова. Спасибо, что пришла. Ты с ума сошел. Разве ты не сюда летела? Не ты ли заплатила наемнику, чтобы выследить наше золото? Мое золото. Золото Дрейка. Дрейк. Ты себя слушаешь? Ты одержим.
Поэтому мы здесь, да? В этом замке. Мы здесь, потому что ты слишком тупа, чтобы понять, что управлять исследовательской компанией значит уводить наши находки подальше от конкурентов. Наш отец годами использовал это место под склад для черного рынка. Ты думаешь, нам все просто так досталось? За честные ли деньги ты провела всю свою жизнь в раскопках? За дивиденды? Не говори так про отца. Он был лучшим ученым-археологом, которого мы только знали. Папа был преступником. Вся наша работа — преступление. Я пытаюсь быть рациональным. Ведь кто-то должен продолжать семейный бизнес. Папа совершал ошибки, но не был убийцей. А что бы, по-твоему, случилось, если бы мы сообщили об этой находке в Западной Сахаре или об этой в Испании и Франции? Бились бы за права в судебных тяжбах до конца жизни. Я тебе не юрист, Мэйв. Я археолог. Ты не археолог. Ты психопат. Будь я проклята, если позволю тебе затащить Адамс на дно. Говорит девочка, которая чуть не отнесла дневник отца властям. Но я тебя остановлю. Никогда. Никогда? Ты вправду веришь, что у тебя все под контролем? Я привел тебя, чтобы узнать код и сжечь дневник отца. Отведите ее. Доброе утро. День хороший. Просыпайся. Ты ночью говорил про замок. Про какой? На Канарах их много. Дрейка. Есть три замка. Замок Святого Иоанна Крестителя, замок Святого Христофора, замок Святого Андрея. Какой? Нет, это... это другое. Тезоро. Сокровище. Ты про замок смерти? Туда никто не ходит. Никто. Даже туристы. Это потому, что там все заминировано. Это легенды. Ты глупый, подозрительный золотокопатель. Идиот, короче. Эти стрелять не будут. Будут. Говори код, Мэйв. А я сделаю так, чтобы компания процветала и дальше, как завещал наш папа. Папа водил нас в такие места еще детьми. Мы играли в пиратов. Помнишь, когда я нашла синий осколок стекла, а ты сказал, что это клад?
Ты был отличным братом. Что изменилось? Хороший был день. Тебе нужна помощь, Мэтью. Когда ты забыл про нашу работу? Про поиски древних цивилизаций? Про секреты, надежно спрятанные от посторонних глаз? Хватит. Отдай мне код. Чтобы ты его уничтожил? Как сделал с Нуром, Генри и Джеком? И с той накуренной шлюхой в Дубае, не понимавшей, что трахается с психом? Тупая тварь. Вечная принцесса, такая правильная, ученая. Но я знаю про скелеты в шкафах. Я твоя сестра. А я директор. Дрейк — моя судьба. И если ты удивлена, то ты меня никогда и не знала. Теперь гони код, сестричка. Стреляй, и мы все умрем. Ни шагу больше. Восстал из мертвых. Я почти впечатлен. Ты знаешь историю здешних мест, да? Дрейк тут все заминировал. Наполнил стены порохом. Все ради того, чтобы защитить золото от испанцев. И знаешь что? Я спусковой крючок. А я не верю. Порох все еще горит. Чушь какая-то. Обыщите замок. Не с места! Блефуешь. Стреляй. Ладно, Джек. Оглянись. Ты же это искал? От инков до испанцев. От Дрейка до меня. Археологи ждали 400 лет, чтобы оказаться там, где ты сейчас. Зачем тебе все это взрывать? Ты не убьешь Мэйв. А ты прав, Мэтью. Нет разницы между капером и пиратом. Они оба берут чужое. Черт! Зацепила. Надо бежать. Пошли. Быстрее. Идем, давай. Оставь меня. Я тебя в это втянула. Беги, пока можешь. Хватай деньги и беги. Уходи. Бери деньги и уходи. Ты не поняла, Мэйв? Дело не в деньгах. Я с тобой не ради денег. Мы почти дошли. Я его заприметил. Новомодный, но сойдет. Я заведу. Хватит, Джек. Нет пороха. И спускового крючка. Сдашься, и Мэйв будет жить. Ладно.
Смешно, правда? Умереть от старого пистолета. А я его нашел. Пока, Джек. Черт! Дрейк. Так много историй про Дрейка. Они прекрасны. Правда? Но лучшее о том, как он умер. Один, больной. Его тело пожирало себя изнутри. Непревзойденный исследователь планеты, захватчик империй, оставил свое последнее дело незавершенным. При великим удовольствием я возвращаю золото инков на родную землю в Перу. Оно проделало долгий путь. Из рудников инков в руки конкистадоров, а далее в трюмы кораблей Дрейка. И очутилась в замке смерти. Национальный археологический музей Лима, Перу. Этим золотом были безумно одержимы мой отец, мой брат и я. С большим облегчением мы возвращаем его вам, истинным владельцам, чтобы освободить Адамс и себя для будущих приключений. Спасибо. Великолепная презентация. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Поздравляю. Спасибо. Рано или поздно твои опоздания начнут меня раздражать. Нужно было встретиться кое с кем, чтобы раздобыть вот это. Это династия Цин. Я думала, что ты завязал. А ты не соскучилась? На мне большая ответственность. Тем более, ты же работаешь один. Да, но для этого мне нужен соучастник. На выходные, денька на 4.
кровь, песок и золото.